Как-то отмечали Новый год, мы сели за стол проводить старый год, сели, как положено, пораньше, в ноябре еще. Но праздник развивался вяло. Выпили по рюмке водки, запили соком, потом повторили, никаких перспектив. Стагнация. Решили, наоборот, водку в фужер, сок по рюмкам. Качественный рывок. Шутка ли, в течение получаса к нам приехали сразу скорая, пожарная и менты. Менты вступились за пожарных, за то, что мы разбой там и хотели забрать у врачей спирт, но мы забрали и покатило. Женщины отплясывали так, что соседи снизу с потолка стали вылезать их каблуки. Куда пропала варильянка, мы поняли после того, как кошка спела нам мурку, подыгрывая себе на гитаре. Тут к нам подошла Анжела и попросила отнести своей бабушке пирожки, которая живет тут неподалеку за лесом. И мы пошли, не зная, что бабушка от Анжелы мы несем только пламенный привет. Пирожки мы забыли на кухне. Зашли в лес. Серега шел сзади. Почему-то все время плевался и матерился. Я шел впереди, отгибая и отпуская еловые ветки. Мы шли на юг. Не то, чтобы мы точно шли на юг. Мы, конечно, шли в другие стороны, но на юг мы шли чаще. Короче, если бы за нами шел следопыт, он бы застрелился. Чтобы выдержать направление, мы шли точно на сосну. В сосновом лесу это лучший ориентир. Захотелось кушать. Я знал, что белки летом прячут орехи. Мы высадили белку. 12 часов пошли ее под сосной. Все 12 часов белка сидела на дереве и нагло вязала носки. Мы пошли дальше. Начали трезветь. Желание пожрать не уменьшалось. Сереге плевком в глаз удалось сбить бурундука. На следующий день я учуял запах кабана. 3 часа мы упрямо шли на запах, который постоянно усиливался. Потом решил идти первый, обогнал Серегу, и запах тут же пропал. Днем 5 января на нас вышла стая волков. Обе стороны проявили друг другу живой гастрономический интерес. Так как нас было 2, а волков штук 15, то одна из сторон поспешила дать дёру. Мы с Серегой пробежали 20 км, но волков догнать так и не смогли. На следующий день в поисках пищи мы провалились в медвежью берлогу. Медведь спал. Когда он зашевелился, мы как по команде стали петь ему колыбельную. Пели фальшиво. Медведь поморщился и открыл глаза. В берлоге было 2 православных, но первым перекрестился медведь. К новому старому году, оборванные, одичавшие, мы все же вышли на федеральную трассу и тут же попали в полицию за нападение на хлебовоз. Как говорил мой дедушка, если выпить рюмку, будет хороший аппетит. Если выпить стаканчик, будет хорошее настроение. Если выпить бутылочку, будет праздник души. А если выпить литр, будет все сразу. И аппетит, и настроение, и праздник души. Но ты этого не вспомнишь. Люди, пейте в меру. Со старым Новым годом!